я буду это впервые, и, если честно, мне немного страшно. Следующий. После того, как я заполнила документы, мне дали вот такую анкету. Здесь примерно такие вопросы. Как вы себя чувствуете? Есть ли температура? Болит голова? Пили ли в последнее время какие-то лекарства? О, боже мой. Больше всего на свете я боюсь давать кровь из пальца. У меня руки трясутся. Я слышала, что те, кто сдает первый раз, у них берут меньше, да? Это решает врач. Терапевт, он для этого у нас нет, трансфузиолог. Он уже по состоянию здоровья смотрит. То есть в моей карточке он сразу написал, сколько крови у меня взять? Да, дозировку он пишет обязательно. Ого. Покачать. Вот смотрите, что происходит с моей кровью? Я сдаю первый раз, получается, что вы потом с ней делаете? Ее мы обследуем, берем от проверочки, анализы обследуем. В дальнейшем решается ее разделять на компоненты. В дальнейшем, если это плазма, ее закладывают для хранения обязательно. Сонный период. Если это же эритроцитная масса, то ее практически чуть не сразу отпускают. Все, разжимайте. Руку колет. Сейчас я вам маленькую шкурку спущу. Все, отточить. Спасибо. Ощущения очень интересные, необычные. Кровь бежит по трубочке, и я чувствую, что эта трубочка теплая. Если когда я стояла на ступеньках, я волновалась, было страшно, то сейчас уже успокоилась, и мне даже как-то жарко. Маша, свет, на шатырку дай, пожалуйста, сюда. Держи, свет, идем сюда. Не держать. Держите, сможете? Держите. Девушка, глаза нет. Первый раз, да? Держит? Да. Все было хорошо, но потом у меня почему-то закружилась голова. Интересно, что врачи очень быстро среагировали и сразу же вытащили из меня иголку. Теперь я нюхаю шатырный спирт. У нас весь апрель проходит месяц здоровья в нашем Башкирском государственном университете. И именно в рамках этого месяца здоровья проводится акция «В каждой капле крови жизнь». Каждый час мы проводим зарядку, проводит студентка нашего вуза Альбина Шепель. Всей службы крови республик мы заготавливаем 42-45 тонн крови. Этот объем, в принципе, на сегодняшний день хватает для республики. Я пришел сюда первый раз, меня позвала моя одногруппница. Кровь я пришел сдавать, но потому что считаю, что каждый человек должен сдавать кровь, потому что это как каким-то образом помогает другим людям. Все друзья сдают, а я как-то отстал от жизни, тоже решил присоединиться к данным добрым людям и сдал кровь первый раз. Ощущения отличные, просто подъем сил ощущаю. Не так очень много народа, которые хотят сдать кровь. Я думаю, стану одним из тем, кто сдаст кровь, и кому-то она пригодится. Лет 5-7 тому назад в основном средний возраст доноров был за 45-50 лет.
А на сегодняшний день донорское движение помолодело. Мы планируем такую акцию проводить каждые полгода, потому что именно через полгода будут известны результаты анализов, подходит ли кровь, хороша ли она. Сама ты являешься донором? Да, я сдавала кровь уже целых 6 раз. И сегодня тоже, если попаду в эту очередь, то сдам. Мы давно хотели и решили сейчас прийти на это мероприятие с друзьями вместе. Кровь очень нужна. Я уверена, что моя кровь кому-то обязательно поможет. Сегодня мы с Андреем впервые сдали кровь. В следующий раз мы можем это сделать через 2 месяца. Андрей, тебе было страшно? Нет. Мне тоже. Мы пришли к выводу, что донором может стать каждый.